Авария произошла примерно в 16:00 13 мая на пересечении Комсомольской и проспекта Ленина в центральном районе Волгограда. 47-летний водитель «Тойоты» проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Пежо». В результате столкновения 50-летняя пассажирка второй легковушки с травмой головы и ушибами была доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.